Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули на мой канал. Не так часто, но иногда мы балуем своих внуков и обращаемся иногда в чикен-пиццу, чтобы заказать им немножко вкуснее той еды, как они считают, что мы приготавливаем дома. Сегодня я заказала детскую пиццу и маффин шоколадный для внука. В эту пиццу детскую входят ветчина, сервелат, сыр полутвердый и соус. Калории, как вы видите, небольшие. Так что я думаю, что если мы закажем ребенку 10 лет, и это не часто мы делаем, калории эти углеводы не повредят. Давайте посмотрим, так ли они принесут нам пиццу, как вот нам обещают. Вот такую. Заказали и ждем. Вот мы заказали, чикен пицца. Мы заказали чикен пиццу. Детскую и маффин шоколадный. Все это стоит 558 рублей. Сейчас мы будем раскрывать и смотреть, что здесь вкусненькое. С чего начнем, Матюш? Маффин. С маффина. Давай открывай маффин. Такой вот упаковки привезли нам. Открывай. Завязано в пакете. О, еще в одном даже пакете. Ну, это здорово, это неплохо. Салфеточки нам положили, смотрите, сколько. Много даже салфеток. Упаковано хорошо, да? А мягенькая. Ой, прям вот и пахнет здорово, да? И мягко-мягко, как будто вот действительно только вот приготовленная. Очень мягкая такая. Так, неплохой продукт. И упаковано неплохо. Сейчас разрезаем маффин. Будем, держи, Матюш, придерживай его. Так. Ну-ка. Выпечен. Ой, какой темный такой маффин. Ну, такой на вид, видно, свеженький такой. Ну, Матюш, пробуй. Ну-ка, кусочек попробуй. Ну как? Вкусно? Отлично, да? Понравился? Ну, хорошо. Так что ставим пятерочку с плюсом тоже за маффин. Открываем саму коробку. Смотрим пиццу. Какая у нас будет пицца? Запакована, как положено. Контрольной ленточкой. Так, открываем. О, выглядит очень красиво и очень аппетитно. Смотрите, какая пицца очень хорошая. Вот она. Не подгоревшая. Смотрите, какая здоровская пицца. Отлично. Нигде, ни в каком месте не подгоревшая. Такая вот свеженькая, а запах приятный. Очень красивая пицца на вид. Ну, сейчас начнем пробовать. Давай, Матюш, мы разрежем. Вот, убирай эту оболочку такую. Давай-ка. Ну-ка. Ну-ка, какой, давай посмотрим, как она выглядит. Видите, не подгоревшая, отличная. Да? Ну, давай, пробуй. Ну как, Матюш, попробовал? Очень вкусно. Вкусно? Свеженькая, да? Ну, так что мы ставим оценку этой организации ООО «Чикен Пицца» 5 с плюсом.